24 июня 1990 года, Москва. Стадион «Лужники» не может вместить всех желающих попасть на концерт группы «Кино». Продано 70 тысяч билетов. Чем же заслужил Виктор Цой такую всенародную любовь? Почему именно его назвали последним героем страны, которая исчезла через год после его гибели? Откуда возник этот романтический образ, заставляющий слушать и петь его песни, слагать о нем стихи, ставить ему памятники? Ни один артист, поэт, музыкант, кроме Владимира Высоцкого, не удостаивался такой чести. Цой возник как бы из ничего, из обыкновенного питерского мальчишки. Но он взял в руки гитару и за короткий срок в несколько лет поднялся с нею на вершину славы, к многомиллионной аудитории. Я думаю, у каждого человека появляется ощущение, что он в клетке. В какой-то психологической клетке. Хочется, чтобы и найти выход какой-то. Найти выход, может быть, собственным желанием. Найти выход – значит преодолеть себя и внешние преграды. Так же, как многие его сверстники в конце 70-х, начале 80-х, он нашел его в рок-музыке, которая все активнее проникала в жизнь при явном и скрытом противодействии властей. Это была эстетическая революция, которая, в общем, более существенна была, чем социальный протест, который за этим видит. Перемен требует... Не в государственных учреждениях, а перемен внутри себя, в манере высказываться. Вот эта вот революция внутренняя, этическая, эстетическая, вот что такое была группа «Кино», они были одним из главных участников этой революции сознания. 1978 год. 16-летний Виктор Цой учится в Серовском художественном училище, куда он поступает после окончания 8 класса, но вскоре его отчисляют. Причина в гитаре. Она уже тогда интересовала Цоя больше, чем рисование и лепка, которыми он занимался в детстве. Хотя играть в то время он толком еще не умел. Мы познакомились с Витькой у «Свиньи». «Свинья» — это Андрей Панов, считающийся как бы первым панком нашей самой страны. Я представился Пиночет, а он сказал «Цой». Выглядело это как прозвище. Потом, впоследствии, выяснилось, что это не прозвище, а фамилия. Именно вокруг новой музыки складывались молодежные компании, одной из которых возглавляет Андрей Панов. У него была редкая возможность получать пластинки и журналы из-за рубежа. Его отец жил там и снабжал сына свежей информацией и разного рода аппаратурой и инструментами. Надо сказать, что панков тогда у нас в России практически не было. Знал я некоторых в Эстонии, в России нет, потому что у нас считалось, что панки – это фашисты, что это вообще уже что, и о них постоянно публиковались всяческие контрпропагандистские материалы в прессе. Тем не менее, панк-рок был, и я панк-рок любил, и мечтал о том, чтобы у нас этот веселый задиристый стиль каким-то образом в стране появился. Cause I
Появившийся на Западе панк-рок, предъявлявший минимальные требования к профессионализму музыкантов, был сущей находкой. Уметь играть было не обязательно. Как говорится, было бы желание. Французский такой у нас продавался журнал, назывался «Humanité Dimanche», по воскресеньям. И там была большая статья про панк. И вот мы увидели эти фотографии. Нам это очень понравилось как-то по духу, да, вот это все. Вот. Такого мы не делали, потому что время было такое. Но вот сам дух нам очень понравился. Так в компании «Свиньи» зародилась первая панк-группа «Автоматические удовлетворители». И Цой стал там бас-гитаристом, потому что на четырех струнах, как считали панк-рокеры, играть легче, чем на шести. Вот парадная. С левой стороны второй этаж, два окна. Маленькое окошечко – это кухня. Слева в углу высокая – это как раз Витина комната. Мы созванивались, встречались или у меня, или у Витьки. Как правило, брали 3-литровую банку томатного сока, какую-нибудь солененькую рыбку, садились, пили сок, слушали музыку. У Витьки такой еще был магнитофон такой, назывался «Дайна», такой допотопный. Чтобы его раскрутить, надо было где-то минуты две подождать, когда он заработает. И как-то раз мне позвонил Витька и сказал, я песню написал. Пришел ко мне домой и спел ее. Называлась она «Посвящение Марку Боуну». Это была первая песня, вот, написанная Витькой. Первые песни, первые слушатели, музыкальная тусовка, пронизанная духом свободы. Все это вскоре становится для Виктора самым главным в жизни. Но помимо интереса нужны деньги для того, чтобы просто жить. Специальность реставратора всегда была востребована в Ленинграде и приносила неплохой заработок. Поэтому в 79 году Виктор поступает в СПТУ-61 на отделение «Резчик по дереву». Совершенно безвестный, никому неизвестный мальчик, но сразу я на него обратила внимание. Обратила внимание не столько потому, что у него была непривычная восточная внешность, а столько по его грустным глазам. И настолько он меня поразил, потому что я играла на пианино все время во время перемен в учительской, и все ребята слушали, у нас в основном были мальчики. И Виктор слушал больше всех. Он подошел ко мне и говорит: «Как вы прекрасно играете!» А играла я романсы. Почему Цой пел грустные песни все время? Ведь это особенность русской души, потому что душа у него была именно русская, хотя восточная внешность такая. И вроде жив, и здоров, и вроде жить нет уже. Вот на этом месте Виктор просидел 2 года на спецтехнологии. У него были хорошие конспекты, там были хорошие рисунки. В его рисунках всегда было много юмора и скрытого смысла. Вот так он ответил на знаменитый танец Матисса. А так, в духе поп-арта, отдал дань его основателю Энди Уорхолу. Когда в стране покажут первые боевики, Цой будет рисовать портреты Шварценеггера и продавать их у метро по 1 рублю, зарабатывая себе на кусок хлеба. Перед вами рисунок Цоя, мой портрет, который был им зарисован в конспекте, для лучшего ориентира. Картины у него были превосходные, то есть он прекрасно чувствовал форму, композицию, он был шикарным колористом, то есть он был на самом деле очень способным, я не буду говорить там талантливым, но способным, несомненно, художником. Но художником он не стал и училище не закончил. В тот момент его прибило к первым ленинградским панкам, и все его мечты были связаны только с музыкой. Однажды, я думаю, это было где-нибудь в ноябре-декабре,
80-го года ко мне в квартиру ввалилось, я думаю, человек 8-10 этих самых панков, которые были, конечно, очень забавно одеты, потому что обычно панки английские, американские, они все были такие, такие дэнди и такие одеты в достаточно летнем, скажем так, формате, в каких-то костюмчиках, значит, рубашечках с тонкими галстучками и так далее. Тут ввалились такие зимние русские панки в засаленных каких-то ватниках, шапках-ушанках порванных и так далее. То есть образ был выдержан очень хорошо. От панков он мало чем отличался, то есть он был одет примерно так же, как они, во всякое такое живописное отребье. Цой спел песню «Вася любит диско, диско и сосиски», которая мне совсем не понравилась, и песню, которая мне уже очень понравилась, песня, которая называлась «Мои друзья всегда идут по жизни маршем». Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. Незамысловатые тексты, простая музыка, совсем другой высокий голос, да и выглядит Цой еще совсем не так, каким узнает и полюбит его страна. Продуманный образ появится гораздо позже. Он любил листать всевозможные западные журналы, которые там я в том числе им привозил. И в этих журналах он с огромным любопытством рассматривал всякие картинки с группой «Дюран Дюран» или «Спандау Балле» или «Talking Heads» и прочее, прочее. Его очень интересовало то, как люди выглядят. Он вообще был очень визуальным человеком. Он насмотрелся первых видео у Саши Липницкого, этого Мика Джаггера, вот это вот его самостойка с подбородком, да. И он как-то это, ну, вообще очень как-то тогда очень старался как-то все вот образ такой построить сценический. На поиск образа уйдут годы, но он добьется того, что фанаты начнут носить одежду под Цоя, прически под Цоя. Ему удастся стать культовым героем для нескольких поколений. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять, как есть, стать и выйти из ряда вон? Сесть на электрический стул электрон. На тот момент был такой пик, это 89-90 год, но для меня, мне тогда было еще 13 лет. И как бы все слушали во дворах, и везде. Это все благодаря Виктору, да. Я начал играть и писать, и все. Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня. В 1981 год Виктор Цой и его друг Алексей Рыбин создают группу «Гарин и гиперболоиды» и сразу становятся звездами районного масштаба, успешно выступая в местных школах и ПТУ. Очень скоро перед ними открываются двери легендарного ленинградского рок-клуба. Пришли молодые, как водится, бодрые и нахальные люди, вот, красивые. Вот, тогда они назывались Гарина гиперболоиды, сказали, вот мы хотим. Ну, играть они тогда шибко-то не умели, прямо скажем. Сразу ощущался лидер, хотя, конечно, он был молод, хотя, конечно, он мало что понимал в этой музыке, но, во всяком случае, уже те песни, которые он тогда принес на прослушивание, они убеждали в том, что да, из этого может что-то получиться. И более того, даже наши монстры, покойный Майк и ныне живущий БГ, они сразу в нем распознали человека, из которого в дальнейшем может что-то получиться.
Начало 1982 года. Цою 19. Группа «Гарин» и «Гиперболоиды» придумывает себе новое название – кино. Молодая группа, которая только что собралась, еще не очень представляет, чем она будет заниматься. Ну, здесь представляет, ну как, это все всегда. Mm-hmm. Вот, поэтому, например, собирается группа и придумывает название «Хулиганы», mm-hmm. скажем. А потом выясняется, что музыка получается благопристойная. Да, вполне благопристойная или какая-нибудь, что это такое-нибудь. Это название не совпадает. Соответственно, название надо брать максимально размытое, абстрактное. Угу. Вот. Ну и какое-то запоминающееся. Вот, и когда мы брали это название, я исходил из того, что слово «кино» употребляется в языке, висит там на кинотеатрах очень часто. Вот, и оно, его нужно толковать, его даже нельзя толковать никак. В том же 82-м году с подачи Гребенщикова на студии первого советского аудиопирата и подпольного звукорежиссера Андрея Тропила кино записывает свой первый альбом «45». Записи моментально расходятся по питерским и московским меломанам. У Цоя появляются фанаты и поклонницы. Витьке вообще с женщинами отношение было такое очень самое странное. Ну, тут надо учесть то самое время, его национальность, отношение всех ребят в школе, да, всегда там, как только там не обзовут, и узкоглазый, ну, такое все. И он как-то вот со школы очень, как бы так сказать, был такой маленько закрепощенный, он скованный был. Вот он не умел знакомиться с девушками. Когда начались первые песни, все в компании, конечно, Витя спой, Витя споет 2-3 песни, и тут уже девушки на него просто падали. На одной из вечеринок Цой знакомится с Марьяной, девушкой старше его на 3 года. Молчаливость Цоя она принимает как вызов. Отвечает тем же. Молча записывает свой телефон губной помадой на его руке. Марьяна для Вити очень много значила в какой-то период жизни, потому что она, по сути, тот человек, который его заставил поверить в себя. Марьяна становится не только подругой Виктора, но через некоторое время женой. Она быстро превращается в полноправного участника группы, исполняя функции администратора, режиссера, визажиста, костюмера. Вообще Марьяна такой человек, она... В ней два качества. Она очень властный человек, с одной стороны, вот когда вот есть окружающие, да. А с Витей она была совсем не властной, она в самом деле его очень любила. В истории рок-музыки часто бывало, что появление подруги или жены у лидера группы приводило к конфликтам. Здесь происходит то же самое. Из группы уходит Алексей Рыбин, оказавшийся фактически неудел. А тут еще Цою приходит повестка из военкомата, но он не допускает мысли о том, что ему придется взять в руки оружие, и решается на весьма рискованный шаг. Имитация суицида, вызов скорой, психиатрическое обследование и сюда. Здесь, в больнице, расположенной на реке Пряжка, Виктор Цой проведет целый месяц под наблюдением врачей-психиатров. И здесь, значит, его стали раскалывать, потому что задача психиатра была расколоть этого сопляка, который пытается уклониться от священного долга. И что они раскололи? Что он делал? Он молчал. Все это время верная подруга Марьяна будет рядом с ним. Что она только не сделала, чтобы как-то вот облегчить его участь и как-то... Она мыла полы здесь. Она что такое... Практически работала санитаркой просто для того, чтобы видеть его, чтобы участвовать в его судьбе. Они поженятся через 2 года после знакомства. Августа 1985 года Виктор станет счастливым отцом. Бессонные ночи, пеленки. Все эти семейные хлопоты он будет с радостью разделять с Марьяной. С этого момента его мысли и надежды связаны с сыном.
Маша очень любит книги про героев и про месть. Саша хочет быть героем, а он такой есть. Саша носит шляпу в шляпе страусиное перо. Он хватает шпагу и цепляет прямо на бедро. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Он пришел издалека и прошел через огонь. 85-й год сложный для страны. Это начало перестройки. Что будет дальше, не ясно. Этот год был трудным и для группы Виктора Цоя. Неудачи с записью новых альбомов, в поиске своего стиля – все это тормозит движение вперед. Окружающим стало казаться, что талантливо заявившая о себе молодая группа исчерпала свой потенциал. Марьяна не могла уже ездить на гастроли, да и самих гастролей было немного. Семья жила очень бедно. Цой подрабатывал мойщиком в бане. Вскоре друг предложил ему другую работу, где платили приличные по тем временам деньги – 95 рублей. Да и график сутки через трое вполне подходил для человека творческого. А кем вы, собственно, работаете? Машинистом в котельной. Камчатка – это котельная при женском общежитии первого строительного треста Староградского района. Мы сюда попали в 86-м году. Все работали кочегарами. Мы с Цоем даже на курсы ходили кочегаров, остальные все уже так устраивались и работали без всяких курсов. Через некоторое время эта кочегарка превратилась в настоящую диссидентскую мекку, своего рода авангардный клуб, в котором работали многие питерские музыканты, поэты и художники. Это странное место Камчатка. Первые кадры фильма «Рок», они были сняты именно в кочегарке. Увидели мы много интересного, и в кавычках, и на самом деле, потому что приходило к нему много народу, никто там особо не знал, что мы там находимся. Поэтому через какое-то время атмосфера была абсолютно непосредственной, никто уже на нас внимания не обращал. Здесь была угольная, вот в это окошко уголь закидывали, отсюда мы его носили, разносили по котлам. А вот в той комнатушечке мы жили, собственно, там. Все, ничего такого особенного не было. Тесно, грязно было, как положено на котельной. Зато тепло и уютно. Сегодня Камчатка стала своего рода музеем, в котором бережно хранят все экспонаты, связанные с Цоем. Вот термос, с которым они за пивом там ходили, когда еще жили на парке Победы. Там пишущая машинка, на которой он печатал, там гитара его. Там диванчик стоит наш, на котором мы просидели все эти годы. Ленинградское небо летом теперь встречаем. Летом глядим с печалью. В вечности мы в часовых поясах, но каждый почему-то знает, ты где-то рядом. Питер, надо сказать, город такой, который личность формирует очень сильно. А творческую личность, думаю, что формирует, так сказать, просто кардинально. Не случайно русский рок-н-ролл на русском языке возник здесь. У нас, ну, практически возник здесь. Или, во всяком случае, получил здесь наиболее, так сказать, свое интересное выражение в лице того-то, того-то, того-то. И, в частности, Цоя тоже. Роль двух столиц в становлении Виктора Цоя – принципиальный момент. Соперничество между Москвой и Ленинградом – давняя традиция в русской культуре. Сам облик этих городов, вся их история формируют разные типы творческой личности. Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна. Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна. Здесь его становление как артиста приходило весьма сложно.
в Питере его обижали. Он был, кстати, я думаю, что очень ранимый и обижался, когда, значит, его там считали, ну, там, не знаю, Цой ПТУшник. Ну, что там, мол, Цой может нам сказать, сделать, вот, допустим, Гребенщиков, это, да, это наше все. А вот там в Москве как-то состоялось такое чудесное воспарение, так сказать, к звездам. Виктор чувствовал, что в родном городе он всегда будет в тени Гребенщикова и Майка Науменко, признанных лидеров ленинградского рока. Его положение поменялось в 1986 году, когда он получил приглашение от режиссера Сергея Соловьева. Когда меня познакомили с Цоем, я поразился тому, что этот человек с потрясающей точностью, с потрясающей ясностью и с потрясающим художественным темпераментом, напором и красотой, в общем-то, говорит о том, о чем знаю я, так же, как знают все остальные. А вот Цой, он это сформулировал. Именно Цой помог режиссеру сделать финал фильма «Асса». Прямо перед съемками финальной сцены неожиданно возникла проблема с массовкой. И тогда Виктор Цой предложил объявить, что в парке имени Горького будет его бесплатный концерт. Никто не ожидал, что явится целая толпа фанатов. Вместо тепла делень стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Меня поразило абсолютное владение Цоем вот этой вот немыслимой аудитории. Это был человек 10 тысяч, 12 тысяч народу. И там возникали какие-то иногда завихрения такие внутри аудитории, причем завихрения, которые неизвестно чем могли закончиться. И тогда Цой выходил и говорил: ребята, вот тихим голосом, вот как я сейчас говорю: ребята, мы занимаемся серьезным делом. Тихо. Наступала адская тишина. Адская тишина. Глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации перемен. Мы ждем перемен. Потом была такая еще история. Вот играл на гитаре, и на гитаре лопнула струна. Лопнула струна, и начался какой-то крик, шум, чего-то это самое. И он говорит: ребята, мы занимаемся серьезным делом. Тихо. Я буду играть и петь дальше. Только мне нужно сменить струну, потому что струна важная. Как вы считаете, менять или нет? Меняй, Витя, меняй, мы тебя любим! И вот это вот, это, конечно, вещь, которая ушла. Я ни на одном концерте, который сейчас происходит, там, включая Пола Маккартни, да, вообще не могу себе представить, чтобы кто-нибудь... В зале наступила только абсолютная тишина, и кто-нибудь выкрикнул: «Маккартни, играй дальше, мы тебя любим!» Для Маккартни это невозможно. Лицо это был быт. Съемки фильма «Асса» в Ялте, которые проходили зимой и весной 87-го года, обозначили новый поворот в судьбе Виктора. У него возникла новая любовь. Виктор ушел из семьи и переехал в Москву. И он ушел не потому, что он влюбился, а скорее, когда возникла Наталья в его жизни, с Марьяной это уже было пепелище, то есть там уже ничего не было. Он никогда бы не позволил себе интригу на стороне ее. Это очень важно. Я так говорю не потому, что вот он теперь вот, вот такой вот как бы у нас весь на пьедестале, да, и поэтому о нем нужно говорить только хорошее. Потому что мне кажется, что это очень важный момент. Потому что я вот в этом смысле таких преданных и цельных мужчин, как Витя, не встречала больше. Он был очень в нее влюблен. Он так... Это такое красивое было чувство. Он и чувство свое нес очень красиво, знаете. Он умел любить. О влиянии этого шага на всю жизнь и творчество Цоя написано много. Несомненно одно. С появлением Натальи Разлоговой, начиная с 87-го года, в творчестве Цоя, в его сценическом и человеческом облике, обозначился явный перелом. И Наташа появилась в тот момент, когда Витя был готов идти дальше и расти. И она просто взяла за руку его, будучи человеком совсем из другой сферы.
Очень образованный, интеллигентный, умный, прекрасный человек, который его просто повел дальше. Цой стал подлинным героем, бескомпромиссным бойцом, подобно своему кумиру Брюсу Ли. Именно таким зрители его увидели в фильме режиссера Рашида Нугманова «Игла». Он играет самого себя. И тем не менее он невероятно интересен. Потому что он сам, как личность, содержит все, что необходимо для того, чтобы за этим наблюдать, открывать новое что-то. И это можно делать бесконечно. Люди, которые смотрели фильм «Игла», они думали, что это фильм о Викторе Цое. То есть для них Мора, для многих это было что-то вроде того же Виктора. По опросу журнала «Советский экран» за роль в фильме «Игла» Виктор Цой был признан лучшим актером 89 года. Его приглашают в программы центральных каналов. А с появлением альбома «Группа крови» слава Виктора Цоя и группы «Кино» становится поистине космической. По энергетике, по стилистике, по тусовке «Кино» были рок-группой. По мелодике и по такому общему посылу и по обаянию это была скорее поп-группа. То есть «Кино» были нашими единственными рокерами, которые обладали такой вот универсальной харизмой. Каждый город страны желал видеть и слышать у себя эту группу. В западном шоу-бизнесе музыканты, достигшие такой популярности, становятся коммерческим предприятием по зарабатыванию денег. Фирмой с огромным штатом, транспортом и горой аппаратуры. Я никогда и не думал серьезно о том, чтобы стать профессиональным музыкантом, потому что это связано для меня с компромиссами какими-то, и это пойдет в ущерб музыке, в ущерб песням, потому что песни, которые я пишу, и песни, которые мы играем, мы делаем так, только так, как мы хотим. Если бы мы зависели от кого-то, то, естественно, нам пришлось бы выполнять какие-то условия. Долгое время группа работает с директором Юрием Белишкиным. Неожиданно Цой делает предложение московскому менеджеру Юрию Айзеншпису заняться организацией концертов и гастролей группы. Многие не понимали его вот этого альянса с Айзеншписом. И так прямо, ну, откровенно придавали такое легкое музыкальное анафеме его за это, что вот они ездят, собирают деньги, играют там по 40 минут концерта и чешут по 3 концерта в день. Айзеншпис был просто хозяйственником, завхозом, управленцем, не более того. И все разговоры о том, что он был продюсером и что он там каким-то образом влиял на позицию группы, на их репертуар и так далее, это все полнейшая ерунда. То есть Цой и группа «Кино» были ребята очень самостоятельные, очень самодостаточные. Они прекрасно знали, что им нравится, что им не нравится. Никто ими вообще никак в этом смысле управлять не мог. Гастрольный график «Кино» становится немыслимым. За 7 месяцев 90-го года Виктор Цой вместе с группой дает более 70 концертов по всей стране. Для команды, играющей вживую, это почти за гранью физических возможностей. Я говорю, ну у тебя, Витька, наверное, все в шоколаде. Мне так на ухо нагнулся и говорит, знал бы ты, дорогой, как мне все это достало. Грандиозные гастроли, организованные Айзеншписом, заканчиваются мега-концертом в Лужниках. Никто еще не знает, что это последний концерт группы и последний выход на сцену Виктора Цоя, ставшего легендой в стране, дождавшейся перемен.
какая-то магия у нее была, конечно. Такое шаманство какое-то существовало. Не только от музыки и от слов, а что-то еще в нем было большее. В конце июля 90-го года Виктор возьмет своего сына Сашу и вместе с Наташей на машине, подаренной Айзеншписом, уедет на свое любимое место на Рижском взморье. Утром 15 августа Виктор отправится на рыбалку один на собственном москвиче. И назад он уже не вернется. Что стало с москвичем, даже не хочется говорить, потому что там до багажника лобового удара ничего не осталось. Позвонил Дёша Рыбин и сказал: ты знаешь, у нас случилось горе. Я говорю: что произошло? Он говорит: Витька разбился. Но слово «разбился» оно не произвело впечатление, что насмерть, да? Ну, попал в аварию. Я говорю: ну и как с ним? Где он? Чего? Он говорит: где он? Чего? Погиб. Ну как погиб? Когда о его гибели сообщит радио «Маяк», тысячи людей потеряют смысл существования. Я жила в военном городке в Казахстане. Я никогда этого не забуду. Наши парни, афганцы, которые прошли Афган, понимаете, это не просто там дети какие-то нервные, да, слабонервные. Это люди, которые видели смерть рядом с собой. Они стояли посредине города и рыдали друг друга, вот так уткнувшись. Это взрослые люди, да, у них волосы были седые от того, что они там пережили, чего они навидались. Они не могли вот это пережить, они плакали, как дети. От отчаяния 45 подростков в разных городах покончат с собой. Его смерть объединит многих людей, для которых это горе станет общим. Его похоронили, было всего несколько человек, рано-рано утром, потому что фанаты окружали кладбище, и все ждали, когда это случится, и просто боялись, что, я не знаю, или с гробом что-то сделают. Но, во всяком случае, вот сами похороны прошли практически при 5 человек, и больше никого не было. А только потом все запустили. Марьяна, когда вы получите это письмо, меня уже, может быть, не будет. Я поняла, что пора уйти туда. Очень прошу вас, простите меня за такое, наверное, нескромное, нежелательное вторжение к вам в такое тяжелое для нас с вами время. Настенька, город Воронеж, 22 года. Ну, я очень надеюсь, что она жива. Приходило много писем, в которых люди отказывались верить в то, что Виктора Цоя больше нет. В четверо сложенный листочек бумаги написано: срочно передать Вите, прямо сверху. Какие-то фронтовые прям письма, честное слово. Ну что, вот читать так? Сложно, Витек, мы знаем, что ты жив. Написано. Хватит прятаться. Мы тебя очень любим и ждем тебя. Приходи завтра в 17:00 по местному времени на Богословское кладбище. Мы никому не скажем. Короче, хватит прятаться, мы знаем, что ты жив. Те, кто любит тебя, чувствуют это. С уважением и любовью к тебе, твои вечные поклонники мы. Уже выросло целое поколение, которое взрослело в другом, новом времени. Многие из них никогда не видели его на сцене. Некоторые родились уже после его смерти. Но именно они написали о нем книгу, назвав себя «Дети одного солнца». Это любопытно, что Цоя не забывает, потому что, как правило, когда человек умирает, очень все быстро уходит в песок, а у него нет. Сюда, на Богословское кладбище Санкт-Петербурга, приходят совсем молодые ребята. Здесь всегда много цветов, и на могиле Цоя никогда не гаснут свечи. Приехала сюда с Киева. Давно мечтала, лет 5 точно мечтала сюда доехать, как бы побывать на могиле этого человека. Слушаю его уже 10 лет где-то, ну почти 10 лет. Внезапно познакомилась с его творчеством. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим.
никому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет». Он не помнит ни чинов, ни имен. И способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. И упасть опаленным звездой по имени Солнце. Вот уже 20 лет каждый год, 15 августа, на трассу, связывающую два прибалтийских городка, Слока и Талси, на место гибели Виктора Цоя переезжают те, кто любил и любит его. До сих пор нет единой версии его гибели. Я был на месте гибели Виктора. Не встречался даже с водителем Икарусов, в который он вот врезался. И говорили мы с людьми и со следователем, который вела. И даже проехали, взяли «Москвич» и попытались проехать вот с места, где он рыбачил, и проехали вот примерно с такой же скоростью, как он выехал, там же такая извилистая дорога, а потом такая прямая, километр, где в конце этой прямой он въехал в этот «Икарус». Но заснуть он не мог точно, это вот мы установили своим, правда, опытным путем, но он не мог заснуть, это точно. Он ушел, не допев, он ушел, не познав, он оставил нам вечность оборванных мыслей. Чай и синий цветок, сигарета в руках, это схема для нас, он теперь жилец высей. На стене Цоя до сих пор появляется надпись «Цой жив». Он создал короткую, простую по сюжету, яркую жизнь, увенчанную трагической гибелью. При этом, казалось, создавал ее, не прикладывая особых усилий. Все получалось как бы само собой. Вот какой свет от Виктора пошел, от его слов, от его текстов, от его песен. Значит, что? Значит, подлинное было. А подлинное – это что? Это всегда преодоление. У меня тут спрашивали, он что, родился такой? Да нифига! Если б родился, то какая тут заслуга? Ну, родился ты добрый и таким... Нет, движение. Так что же яркого было в этой судьбе? Только лишь песни и любовь миллионов? Быть может, смысл и разгадка Цоя в том, что целому поколению 90-х он показал, что создать неповторимую судьбу может каждый, пройдя свой путь от простого паренька к звезде по имени Солнце. И в этом нет ничего особенного. И Витя был, без сомнения, абсолютно магической фигурой. От него исходило во время творчества, да, нечто такое, что заставляло тебя замолчать, затихнуть и прислушаться. И вот мы делаем шаг на недостроенный мост. Мы поверили звездам, и каждый кричит «Я готов!» Попробуй спеть вместе.